Хочется пожелать вам в международной смене больше солнца, меньше дождя, больше улыбок, больше радости. Ну и, конечно же, наконец-то, третью смену 2019 года я объявляю открытой. Отдыхающие из нескольких муниципалитетов Московской области ждут гостей. 24 июля уже традиционно на международную смену в лагерь приедут ребята из Польши, Белоруссии и Молдавии. Вы, конечно же, приобретете замечательных друзей. Безусловно, это будет так. Я точно знаю, что весь педагогический состав, руководство лагеря «Юдармейц» и ваши замечательные вожатые сделают все, чтобы все эти дни они были наполнены весельем, отдыхом, впечатлениями. Дружба границ не имеет. Порядка 300 ребят проведут 21 незабываемый день в лагере «Юноармеец». Их ждет культурная, спортивная и развлекательная программы. Ну а мы пожелаем ребятам удачно провести время. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Многие дети возвращаются в лагерь каждое лето. Некоторые хотят попасть именно на международную смену, ведь общаясь со сверстниками из других стран, у них появляется возможность познакомиться с новой культурой и обычаями. Я приехала сюда на международную смену не в первый раз и хочу познакомиться с ребятами из других стран. Я не успела с ними еще познакомиться, но я уверена, что у нас будет с ними много общего. Программа лагеря построена так, чтобы дети из других стран максимально контактировали с русскими ребятами. Иностранцев также познакомят с достопримечательностями городского округа Щелково, Подмосковья и Москвы. Екатерина Сусенко, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.